Добрый день, друзья! Очередное изделие слегка политической направленности на одной стороне. Как можно заметить, один кандидат в президенты, Камала Харрис, и на обратной стороне еще один кандидат, Дональд Трамп. Трамп получился, по-моему, лучше всего вообще, 100% схожести. Камала тоже похоже, но, по-моему, можно было бы лучше. Ну, конечно же, это во мне перфекционизм играет. Дает о себе знать, так сказать. В любом случае, получилось классно. Толщина монеты 4 мм. Имеется гурт. Все как у настоящих экземпляров. Конечно же, ничего политического этим изделием я сказать не хочу. Как по мне, любой президент, любой политик – это элемент репрессивной машины, которая ничего хорошего для людей не делала и никогда не сделает. Будь то Трамп, Камала, Зеленский, Путин, Винстон Черчилль, неважно кто, все это, все они питаются кровью и страданиями простых людей. Ну да ладно. Обязательно напишите свое мнение, похожи ли на себя данные персонажи. Интересно будет почитать. До новых встреч. Жму руку. Но пасаран. Пока. Кстати, большое спасибо моему коллеге, товарищу Вильяму из Америки за идею. Вот такая вот штука. Жму руку. Пока.